Tell them to bring me my money. Money. Здравствуйте, дорогие друзья, это Такси Маней. Как я вам и обещал, сегодня будем обозревать, так сказать, S300, подарочный бульдозер на 10 лет Такси Маней. Это эксклюзивная тачка, ну не тачка, а бульдозер. Если вы ее выиграли, то значит вы прошли игру. Кстати, ее можно будет, если вы хотите Audi, вот эти вот прикольные Audi, собирать, которые разыгрываются на 10 лет Такси Маней, то вы можете после прохождения всех квестов написать в поддержку, вот сюда вот, техподдержка, и попросить, чтобы вам обменяли этот бульдозер на вот такой вот такси, аудюху. В общем, есть такая возможность. Ну а мы приступим к нашему S300. В общем, точила супер-пупер-мега-пупер-супер-пупер. Короче, блин, жалею, что нельзя таких вот штучек себе накупить больше, потому что, ну, это очень солидная техника. Такой больше, к сожалению, нету. Хотел бы я вам показать, как она добывает, именно чтобы все было в откате, но я сейчас уезжаю, и поэтому полчаса ждать не могу. В общем, я прокачал ей все плюхи суперовые, которые она может заюзать. И добыча ее, ну, просто, не знаю, сногсшибательная. Это вот числа, это самое минимальное, что она добывает за час 30, за 2 часа. Это самое минимальное. Учитывая то, что руда стоит, золотишко вот это вот, по 6,60, то в принципе вот это вот, это совершенно минимальное, что она может юзать. Потому что если вы прокачиваете ее способности, а у этой тачки, у этого бульдозера много хороших способностей, особенно вот этот вот геосканер, я советую качать сразу же, чтобы, ну, во-первых, вам не нужно искать какой-либо выгодный там контракт или задание, оно само находит по максимуму, и не нужно юзать ни капчу, ничего, просто хопа, заюзало и все. Ну, короче, у меня доходило, что геосканер этот брал мне задание с цифрой 4, то есть 4 руды по 6,60 умножите, и, короче, потом заюзаете вот это вот все, и сами понимаете, что нормально оно где-то до 5 доходило у меня. Это за 2 часа добывает эта фигня. 2 часа можно, конечно, прокачать еще быструю добычу, разгружаем, ну, короче, оно еще на 40% уменьшает это все дело, поэтому must have все вот эти вот быстрая разгрузка, моментальная разгрузка, быстрая добыча, сверхурочная, порода качественная, непланированный рейс, геосканер, самое главное, это must have. Хотя бы до первого уровня качаете и добываете. В общем, ничего плохого сказать не могу по этой точиле. Это просто супер топ. Ну вот, как я вам говорил, можно продавать по 6,60, и ее покупают. Вот что самое прикольное, вообще ее тупо скупают. Можно там продать вот так вот, там 6,54, чтобы быстрее продать. Но я вам советую не жлобиться. И, в принципе, где-то так, по 6,50 продавать. Потому что если 6,60, то можете продавать долго и нудно. Ну как долго и нудно? На часа 2-3 дольше, чем вот это вот по там 6,50, допустим. Я всегда так делаю. Но и по 6,60 мне тоже все это брали. Потому что Палладий когда-то я продавал. Его очень неохотно берут, я не знаю почему. И он, видите, он в цене упал. А вот золото, золото сейчас в цене, вообще в топе. Поэтому можно нормально навариваться. Так, заберем вот такую вот штукенцию, награду. И сейчас посмотрим его основные плюшки. С чем же его едят?
Можно даже посмотреть доходность этой техники. Значит, эта техника, грубо говоря, у меня полных 2 дня, наверное. Учитывая то, что я сам не играю, играет моя жена. Жена сейчас с детьми и еще учится водить машину. Поэтому она сейчас, так сказать, онлайн, мягко говоря, упал в 2 раза. Так что эти цифры бы были в 1,5 раза точно больше. Ну, вот видите, 11 числа я поимел себе этот тракторец. Трактор дыр-дыр-дыр, вот этот вот поимел, бульдозер. И 12 июня моя жена чутка больше поработала. Ну и сейчас 13 я снимаю этот ролик. Так что, ребята, уже почти 260 рубасиков. Это еще не продал полсклада той руды, которая накопилась. В общем, где-то сейчас, ну, 300 точно есть. Это за 2 дня и с онлайном жены, который, мягко говоря, урезан на 50% где-то. Так что думайте сами, решайте сами. Вот такие вот цифры. Так, кабина здесь прикольная. Значит, заказы без ограничений, увеличение в турнирах. Можно получить увеличение заказа на 50%. Вот эту вот штуку, когда вы делаете 5 заказов, на 6-м заказе или там на 5-м, я уже не помню, просто юзаете геосканер, и оно вам просто ультанет, и потом проюзываете все свои умения, еще капсулу с баблом, и в общем оно вам нормально привезет. Это супер. На 50% увеличение заказа. Это вообще супер-мега круто. И ускорение извоза на 30% тоже супер-пупер. И давайте посмотрим в точности, что же он нам дает, что же он нам прибавляет. Вот я нашел его, так сказать, опись подробнейшую. Значит, самое прикольное, что он запасает 40 единиц руды у себя где-то там в попчике. Когда у нас склад переполнен, мы еще 40 руды можем где-то хранить у себя там в закромах. Это очень круто, потому что у меня весь склад, именно мой, там где халтурный склад, он всего лишь 50 единиц. А тут, грубо говоря, еще дополнительный склад, аж 40 единиц. Это вообще шикарно. Стоимости заказа увеличение и снижение времени отдыха 20-30%, соответственно, это вообще супер-пупер мега жир. Привозит 100 энергии, это вообще, ну, просто must have, это реально крутой энергетик. Ускорение извоза на 30 и 75 к цене в турнирах, это я вам уже говорил. Конкурсные заказы всегда доступны, естественно, не имеет места в гараже, это супер. Каждый 5-й заказ дает вот это вот супер мега плюшка, плюс 50 количество добываемой руды, это вообще шикардос. Уменьшение стоимости обновления страниц на, короче, на 50% меньше кристальчиков тратите. Ну, с георадаром, когда вы качаете вот этот скилл георадар, я вообще даже никогда не юзаю вот это вот, знаете, не выбираю заказы, я просто георадар проюзал и все, то есть кристаллы вообще почти не нужны никогда. И уменьшение времени восстановления способности на 40. Вот, георадар, то есть вы будете юзать чуть ли не на каждом рейсе. Вот это вот, этого шикарно. Вот. И уменьшение времени восстановления усилителей тоже. То есть капсулы там всякие, телепорты будете юзать чаще. В общем, такая вот штука. Поэтому я его не буду менять себе на аудюху. Я себе его оставил. И буду гордиться тем, что у меня есть такая вот эксклюзивная техника. Ну и она, в принципе, того стоит, потому что реально за один заказ можно привезти до 5 руды и даже больше, если заюзать капсулы с баблом. Ну, умножьте 5 на 6, 60. И еще плюс капсула, это будет, грубо говоря, уже 6. 6 на 6, 6, 60. Ну, это вообще, у кого-то там калькулятор, можете сосчитать, сколько это рубасиков. Так что must have. Кто еще не прошел все эти задания, проходите. Я уже, к сожалению, все это прошел. Жалко, что нельзя их пройти по второму разу. Там много чего, каких плюшек дают. И я выяснил, вот помните, я последнее задание проходил, там шарики всякие дают и всякое такое. Это были, к сожалению, не бафы, это типа, можно было шарики сюда типа повесить, звездочки и т.д. и т.п. Я себе такую звезду налепил 10 лет. То есть это все для аватарки было. Жалко, я думал, это будут какие-то бафы. Было бы, конечно, круто. Ну да ладно, будет типа... Видно по фейсу, так сказать, по лобику, что я закончил игру, прошел игру Таксиманы благодаря вот этой вот десяточке. Так что как-то так.
Супер-мега-бульдозер. Всем советую его себе заиметь. Присоединяйтесь, кто еще не в игре. Жалко, что если вы уже будете смотреть это видео про S300, то вам, конечно, после 10 числа уже не пройти этот квест, к сожалению. Но те, кто эти квесты проходит, то давайте, дерзайте. Вы видели, как мой путь, так сказать, прохождения этих квестов. Там нет ничего сложного, сверхъестественного. Можно даже получить до 2 тачек. Можно даже, кто если супер-мега везучий, и больше тачек разных топовых. Так что дерзайте, покупайте эти токены лотерейные и испытывайте удачу. Ну, а я пошел работать. Ссылки в описании для тех, кто не здесь. Давайте заюзаем напоследок вот это вот все. Вот у нас как раз есть... Блин. Так. Вот 14 берем. Ну, без георадара это, конечно, будет не то. Но все же. И без плюшек. Ну, в общем, чуть больше, чем 1,5 золота. Ну, а если бы это все перезарядки не было, то я бы, конечно, разогнал бы это все до умопомрачительных результатов. Как-то так. Короче говоря, это такси и маны, кто не знает. Ссылки в описании. Переходите, регистрируйтесь. Этой игре недавно стукнуло 10 лет. Она платит. Это очень большая редкость в наше время, особенно такой возраст, почтительный для таких проектов. В общем, присоединяйтесь. Всем удачи, пока-пока, до новых встреч и поменьше скама, друзья.